Девочки, представляете, где-то так сильно порезала ногу, даже не знаю где. Я зашла в ванну и смотрю, след от крови остался. А нога не болит, ничего. Потом наступила на чистую плитку, смотрю, кровь, смотрю на ногу, смотрите, какая у меня ранка. Блин, бедненькая я. Теперь вот щипет. Теперь очень сильно щипет, такая рана, блин, большая. И самое интересно, что я даже не знаю, где я поцарапалась, так порезалась. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Я такие вещи вообще боюсь очень сильно. Сегодня у нас пятница, вечер, и мы отдыхаем наконец-то. Сняла видео, когда только все расставили, но, представляете, удалила его нечаянно. И сейчас уже больше половины съели. Но покажу вам. У нас сегодня на ужин роллы. Вкусно очень, свеженькие. Заказываем их на... васаби, не на васаби. Очень вкусно они, свеженькие такие вот. Темпуру, дети обожают темпуру. Вот сейчас мы взяли 4 разных вида. Вот они уже поели. А мне вот понравились такие вот пятнистые, такие очень вкусно запеченные. Кирюша на тренировочках, время уже 7 часов, на улице темно и очень-очень тепло. Погода прямо в этом году осенняя нас радует. Добралась в эта торчонка, идем домой. Ой, такая погода классная, надо нас покататься еще на качелях. Всем доброе утро, время сейчас 3:30. У Камилочки еще ночь не начиналась. У меня уже утро с 3:30, она ходила вот так вот. Я то спала, то не спала, но потом уже решила проснуться. Думаю, что просто так без дела лежать. Лучше пока все мои спят. Попью кофе, сделаю свои какие-то дела. Я уже нанесла кремчик для ног. Кстати, девочки, у меня... Моя мастер, когда ходила на педикюр, сказала, что у меня мои пяточки в отличнейшем просто состоянии. Использую вот такой вот крем для ног, сезам и мятное масло, интенсивно смягчающий. Его хватает мне на очень долго, и действительно пяточки очень мягкие и нежные, как у младенца. Попробовать от компании Тиандэ, стоит вообще недорого, по цене каталога 111 рублей. И если вы зарегистрируетесь, то минус 35% еще скидка. Ссылку для регистрации оставлю внизу. Крем просто обалденный. Она у меня вот заказала 10 таких овощек. Ей очень понравился. За окном дождик прошел. Уже нету, но на выходные дожди и обещали. Слава богу, что вчера днем не было дождя. А вот ночью сегодня был... А вот и я. Сейчас возьму патчи. Потому что, ну, я буду никакая. Вот такие вот свои любимые. Наклею. Что, красавица? Эй, тише, ты нафиг. Что, красавец? Я уже попила кофе. Камилочка покушала. Что, красотка? Ну, расскажи своим зрителям, как твои дела? И она ни в какую не хочет спать. Поэтому после патчи я нанесла вот такую вот крем-маску. Морской эликсир. Это восстанавливает. Это не еда, Камилка. Это нельзя кушать. Это восстанавливающая маска. То, что нужно сейчас моей коже. Чтобы она восстановилась, напиталась. Очень приятная текстура. Здесь, ну, в упаковочке 35 грамм. Конечно, не очень удобно. Удобнее, когда тюбик. Но качество маски классно, а цена бюджетная. Буду сейчас наслаждаться уходом и читать новую книгу. Автора Робина Шарма «8 ритуалов успеха в жизни и в бизнесе». Девочки, такие книги стоят на сайте Wildberries недорого. Вот я это купила за 195 рублей. Но... Здесь кладезь очень большой полезной информации. Поэтому вклад в свое развитие, в свое мышление, в свое успокоение, в свой рост 195 рублей, я думаю, что это недорого. Читайте каждый день.
вдохновляйтесь, и будет вам счастье, как говорится. Ладно, буду наслаждаться, потом буду уже думать, если Камилочка ляжет спать, то я бы тоже легла спать, но если нет, то буду заниматься уборкой. У меня вот здесь, смотрите, что-то выскочило. Вообще, представляете, так по центру. Красотка эта сегодня легла в 6:30 утра и спала до 1:00 дня. Я проснулась в 10:30. Теперь она прыгает и весело. Дождик периодически то шел, то не шел. Сейчас на улице хорошая погода. А вон мой муж с Кирюхой пошли на рынок. Напишите, девчонки, ваши мужья покупают сами продукты, вот мой нет. Для него нужно, чтобы вот моя мама купила и позвонила, заказала. Он может прийти и забрать. Все, по-другому он не пойдет покупать продукты. Это я, там Камилотик. Уборка полным ходом в воскресенье. Пришел мой очередной заказ с сайта Wildberries. Начнем с книги автора Робина Шарма. Наверное, уже задолбала вас всех с этим автором. Но действительно, девчонки, книги данного автора, они настолько полезные. Я вам просто советую их от души. Я люблю покупать книги, конечно, больше в хорошем переплете, с красивыми, хорошими, качественными страницами. Но, честно говоря, таких не накупишься, потому что она не стоит не бюджетненько, да. Вот в таком мягком переплете и такие серенькие странички, но все четко, понятно написано. Смысл-то остается тем же, да. Стоит книга 195 рублей. Девочки, 195 рублей для того, чтобы привести свой мозг в порядок, да, улучшить свое отношение к жизни, к семье и так далее. Вот у данного автора очень много разной тематики литературы, поэтому можно покупать, и это дешевле, чем сходить к семейному психологу. И как бы читать нужно каждый раз. Поэтому советую 195 рублей со скидкой на сайте Wildberries. Вторая книга, здесь уже такой вот твердый переплет, Наталья Кире, «Как подарить счастливую жизнь ребенку с отклонениями в развитии». Ребята, вот действительно, ведь этих вот малышариков, вот таких вот, их надо просто научиться принимать такими, какие они есть. Вот любить их и подарить им такую счастливую жизнь. Не считать их крестом, не считать их обузой, а просто приспособиться и жить. Кто-то может сказать: ой, у меня там особенный ребенок, я никуда не поеду, тяжело. Согласна, тяжело, но если попробовать и делать, то все, ребятки, возможно. И вот такая вот книга вас на это вдохновит. Стоит она недорого, 208 рублей с большой скидкой. Ловите, сейчас на Wildberries есть эта книга с такой вот скидочкой. Ребят, ну вы действительно по-другому откроете свои глаза на своего особенного ребенка и подарите себе в первую очередь и ребенку счастливую жизнь. Потому что если несчастливая мама, то и ребенок будет несчастливым. Девочки, у нас уже время ужина, и сегодня у нас очень вкусный, полезный ужин. Это бедро индейки. Посолила, поперчила черным перчиком, налила на дно масло подсолнечного, и сейчас выкладываю мяско. Кстати, вот это вот бедро, оно очень вкусное, мягкое, запекать его одно удовольствие есть. Быстро готовится. И у тех, у кого вот особенно пожилые люди, да, зубки не очень хорошие, то деткам будет очень круто. Следующий у нас этап — это лук. Лук не жалеем, побольше, чтобы мясо было посочнее. Кто-то режет лук полукольцами, кто-то кольцами. Я вот люблю полукольцами. Там уже по вкусу. Хоть натирайте. Все равно вы его потом такими кусками чувствовать не будете. Так вот хорошенечко. Следующий этап у нас, чтобы мясо было еще сочнее, мы немного добавляем кетчуп. У меня вот такой вот Махеев томатный. Вообще, конечно, мне нравится очень, когда чили, но так как будут кушать дети, поэтому томатный, для них чили островат.
Нарезала картошку вот такими вот кружочками. Там, смотрите, как вам удобно, любую форму можете сделать. И замариновала. Здесь у меня черный перчик, соль в майонезе, но майонез у меня домашний. Кто-то маринует в сметане, кто-то в обычном майонезе. Я, например, часто так делала. Но так как мама мне принесла вчера домашний майонез, поэтому сегодня у меня с домашним майонезом. Так вот, аккуратненько все это выкладываю. Следующий этап у нас — это красный перчик сладкий. Раскидываем его. Побольше перца, чтобы вкус был такой вкусный, насыщенный. Я сюда никакие приправы, кроме натуральных, таких вот не кладу. Так, давай. Почти завершающий этап — это помидорчики, сорт чумак, они сладкие. И мне что нравится, что они держат форму. Так вот красиво выкладываем. Даешь. Тоже побольше, чтобы были сочные. Мясо и картофель. Селимуха, ты куда собрался? На. Так вот, смотрите, какая красота. Помидорчики. Пусть этот сок с перцем, чтобы все это пропиталось хорошо. Отправляю сейчас в духовку, и потом за 10-15 минут до готовности натираем сюда сыр. И вот такой вот вкусный, быстрый ужин готов. Еду от соседки. Покрасила его. Сейчас муж открывает холодильник. Говорит, зовет меня, говорит, иди посмотри. Карина себе уже здесь оставила роллы. Только их надо в этот, скажи мне, в закрытый судочек все класть. Не есть это Карина. Смышленная девчонка, далеко пойдет. Короче, мы сейчас хотим на ней приколоться. Это все спрятать и оставить только записку с тарелкой. Пустой. Селимуха, будешь яблочко? Я покушаю. Чё? Дима, щелядки. Красавчик. Потом. Гном-гномыч. Гном-гномыч. Что там твой братик, что? Да? Одевается? Чё, брат? Чё, брат? Так, давай, одевайся. Братан. Братуха? Братан, ты сюда будешь одеваться? Кирюха! А где? Эльмарка тебя ждет. Все пацаны. И пацаны. Еще пацаны. А где Гиречик? Где? Я хочу увидеть. Селимуха! Стром везде пролазит, Эльмарка. Угу. Вот хорошо быть маленьким, да? Иди, мой шляткий. Какой ест яблоко? Заценила, круто. Селимуся, давай поправляй воротник. Ой, мой гномик маленький. А, кутеряшка. Сисимуся. Титимуся. Где я тебя поцелую, Селим? А, красавчик. А чего он должен за Селимом поднимать? Меня, говорю, поднимать. А, тебя? Копка. Селим, знаете, давай. Копка. Селимуха. Знаете, копка? Не. На, Селим. Мне не надо. А не нам надо. Вот здесь копка.